Теслу, также у нас есть фаер-шоу. Мы участвовали в конкурсах и выставках, таких как «Моя Россия», всероссийский конкурс, «Гармония творчества», занимали призовые места, не только мой клуб, но и клубы моих коллег. В общем, год прошел очень плодотворно. В своем ежегодном отчете о работе за прошлый год глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов сделал акцент на мерах, принятых для улучшения условий проживания жителей и создания комфортной городской среды. В 2018 году в Видном действовало 10 муниципальных программ. Было отремонтировано 20 автодорог, в том числе транспортные артерии, ведущие в деревни Опаренки и Спасская. На 2019 год уже запланирован ремонт 11 дорог общего пользования. Также продолжилась реконструкция теплосетей и коммуникаций. В рамках подготовки к отопительному сезону за счет бюджетных средств были отремонтированы и реконструированы 2318 погонных метров сетей теплоснабжения, 1055 метров сетей водоснабжения и водоотведения 137 погонных метров. В рамках губернаторской программы в Видном были заменены 64 остановочных павильона. Город перешел на раздельный сбор мусора для дальнейшей переработки отходов. Для этого оборудовали около 300 площадок. Начались работы по самым проблемным объектам Видного – проектирование канализационной насосной станции в микрорайоне Завидное и строительство выезда из 6-го микрорайона. Строительство выезда дороги из 6-го микрорайона мимо деревни Ермолино на Донбасскую начинается в этом году в мае, закончится ориентировочно в ноябре. Ну и в работе находится проектная документация по строительству дороги выезда из Зеленых аллей. За счет средств местного бюджета в 2018 году было выполнено комплексное благоустройство 13 дворовых территорий, где появились новые детские спортивные площадки, дополнительные парковочные места. На это было потрачено 116 миллионов рублей. Сформирован список адресов для благоустройства на 2019 год, который составлен на основе обращений граждан и голосования на портале «Добродел». На мероприятии присутствовал и глава Ленинского района Валерий Венцель, который предложил отчитываться главам поселений чаще, раз в полгода. Такая форма раз в полгода взаимодействия и общения, помимо тех встреч, которые регулярно проводятся органами местного самоуправления, большая работа проводится депутатским корпусом, но так или иначе почувствовать, знаете, лишний раз ответственность перед жителями, которые доверили руководить территорией, необходимо раз в полгода. Затем последовало награждение наиболее отличившихся жителей Видного, а завершилось мероприятие традиционно вопросами из зала. Людей интересовало, где можно детально ознакомиться с генпланом городского поселения на 10 лет вперед. Продолжится ли губернаторская программа «Мой подъезд»? На эти и другие вопросы жители получили исчерпывающие ответы. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.